Дорогие друзья, всем привет, это новый выпуск по Clash Royale, я нахожусь на Твинке, и сегодня у меня выпала та комонка, которую, в принципе, я рассчитывал реально прокачать на максимальный уровень, одну из первых, это разбойники. К сожалению, остальные карты мне не сильно уместны, за исключением дровосека. Дровосека я, блин, не против, в принципе, поднафармить, но я сомневаюсь, что на третий уровень хватит карт. А вот разбойника мы сегодня с вами нафармим, надеюсь, на 12-й, а если получится, то и на 13-й левел. У меня 4000 гемов, сколько хватит сундуков, не знаю, в общем, понеслась открывать, и думаю, что больше гемов я закидывать на аккаунт не буду. И в ближайшее время я его, ребята, скорее всего, разыграю. Сейчас подниму кубков сколько смогу. Опа, все, вижу. Ух ты, зеркало какое-то другое. Вижу лаги, это у меня вечер. Я даже перезапустил только что интернет. Специально знал, что будет лагать. В общем, не знаю, конечно, вот вы меня просите, да, проведи стрим по роялю. Вот как мне провести стрим по роялю, когда вот такие вот лаги. В общем, ладно, давайте попробуем как-то этот выпуск закончить. Надеюсь, что сейчас отлагает. Так, что у нас получается? Сколько мы потратили гемов? Если, кстати, хочешь поучаствовать в конкурсе и получить этот аккаунт совершенно бесплатно, вот с такой вот прокачкой, прямо сейчас подпишись на канал, поставь лайк и жди видос, где я проведу конкурс и расскажу условия этого конкурса. А слушайте, нам даже на 12 уровень не хватает. Блин, неужели мне придется опять донатить? Только не это, пожалуйста. Ну зачем? Заканчиваются гемы. Приходится, наверное, сейчас донатить, потому что мы даже на 12 уровень не подняли. Какие элитные варвары? 100p. Какое надгробие? Зато лего. Дровосек. И давайте скриншот сделаем. Так, хорошо. Дровосек, значит, да? И у нас... Что у нас осталось? Капец, просто. Ну и как это называется? Вот как это называется, друзья? Это ужас. Мы не нафармили. Приходится еще донатить мне. Господи, ладно. 6500 гемов доначу. Надеюсь, этого будет достаточно. Поехали. Итак, оплата должна сейчас пройти. Окей, 6500 кристаллов. Лагай, не лагай, блин. Лагай, не лагай. Так, ну что, продолжаем. Продолжаем открывать сундучки. Так, вот они, разбойнички. Вот, блин, чуть-чуть подлагивает, ребятки. Прошу, миллион извинений. Просто извините меня за такие... лаги вечером. Короче, я понял, видосы нужно записывать днем, чтобы не было таких проблем. Все, исправлюсь, ребята, обещаю. Больше не буду записывать видео вечером. Надеюсь, мне, кстати, этих гемов будет. Главное, вот здесь нормально, смотрите. Вот здесь у меня уже надгробие, смотрите. Я прокручиваю, дальше какая-то карта, вон зеркало падает. И там лего, друзья. Лего. Вот, я уже тут лего открывается у меня. Офигеть. А на экране еще нет. Слушайте, ну так-то осталось 2 дровосека. Надеюсь, что, возможно, даже дровосека на третий уровень поднимем. Хотя цель этого ролика была поднять разбойников. Ребят, я понимаю вас. Вот понимаю, вот чувствую, что вы сейчас чувствуете. Ну, я не знаю, как быть просто. Ну, что делать с этим интернетом? Это честно, и больше такого не будет. Я вечером не буду записывать видео. Это последний ролик. Уж досмотрите до конца. Сейчас пойдем кубки поднимать. Надеюсь, что отлагает, блин. Очень на это рассчитываю. Снова дровосек. Класс, пацаны. Еще один дровосек, и он будет третьего уровня. А это уже реально круто. Мне и банда гоблинов, по сути, это не нужна, получается. Остался один дровосек, и он третий уровень. 3 из 4. Ну что, пацаны, давайте дофармим. Даже еще гемов закину, не жалко. Надеюсь, что сейчас выпадет еще дровосек. Хотя жалко. А что у нас? Отлично, разбойники. Вот уже... Боже, сколько у меня скринов на iPad, вы бы знали. Ставь лайк, если хочешь когда-то посмотреть вообще фотки с моего iPad, сколько у меня там скринов, и вообще старые скрины. Меня всегда спрашивают, на сколько там гигабайт ты наскринил уже, там реально до хрена. Вот, если соберет ролики, ну не знаю, давайте 10 тысяч лайков. Я покажу вам свою коллекцию скринов, легендарок и прочего. Так, что у нас получается? У нас получается еще несколько сундучков. Я так рассчитываю, что еще дровосек один выпадет. Просто, блин. Все, разбойнички доступны на 12 уровень. Отлично. И, так, а что же? Ну, легу надо вытащить. Уже все, я... Назад дороги нет, наверное. Надо тащить легу и, наверное, еще гемов закидывать. Только ради вас, честно. По сути, он мне не нужен. А что, последний сундук? Пожалуйста. Да, там... А у вас завис экран. По-моему, там дровосек. Смотрите. Башня-бомбежка? Нет. Нет, пожалуйста, нет. Разбойники. Угу.
Окей, окей, я вас понял, я вас понял. Донатим еще. Сколько донатим еще? Так, 750 гемов это. Ладно, еще 2500 гемов донатим. Ой, рояль, рояль. Так, все, отлично, 2500 гемов на балансе. Поехали. Тынь, сундук. Блин, я надеюсь, хватит мне этого, и дровосек выпадет. Это просто кошмар. Я не рассчитывал, не рассчитывал заливать гемов сколько. Вот победителю, блин, достанется аккаунт. Я в него реально влил уже хорошую сумму. Вот сейчас будет дровосек, смотрите. Сейчас вот будет дровосек именно. Сейчас вот это будет та легендарочка. Вот она, мы ее достали. Все, ребята, вот, вот сейчас смотрите, та лего, которая мне просто сейчас необходима. Просто. Как хорошо, что он выпал. Отлично, все. Дровосек доступен на третий левел. Мы его сейчас, естественно, с вами прокачаем. На третий уровень прокачаем разбойников на 12 уровень. И пойдем покатаем в глобале, попробуем поднять трофеи. 50... А хватит нам? Хватит, как раз хватает золота. Короче, ребят, действительно, я уже больше донатить не буду, потому что, ну, хватит. Хватит, я уже реально много сюда закинул. Я, конечно, хотел сделать full аккаунт. Вот он, красавчик, просто на твинке третий уровень. Иди сюда, боже, сколько я скринов за этот видос сделал. Еще 1300 гемов осталось на этом аккаунте. Опять же таки, напишите в комментариях, если вы хотите, чтобы я еще сезон поиграл на нем. Может быть, я доведу его до фула, то есть и спарки можно до четвертого поднять. Поехали в бой, надеюсь, лагать сильно не будет. Одну-две каточки проведем, 4300 возьмем. И надеюсь, что завтра, послезавтра я сделаю на этом аккаунте 4600. Вообще хочу довести его до 4900. Короче, победителю реально достанется конфетка, друзья. Поддержите, я ради вас снимаю вот эти колоды, прокачиваю, доначу. И потом еще отдаю эти аккаунты вам. То есть не продаю, не на аукцион, ни себе не оставляю. Просто бесплатно на розыгрыш отдаю вам. Конечно, единственное, что участвует много, а победитель только один. Вот это, конечно, да. Но я, может быть, добавлю еще пару мест. Завис экран. Замечательно, классно. Играем, зашибись. Парки поехал, я гиганта не подкинул. Слайд-шоу просто. Наблюдаем скрины. Зашибись сначала. Зашибись сначала. Да, не, ребятки, все, я, наверное, эту каточку и завершаю выпуск, потому что, ну, мне жалко вас, потому я не хочу, чтобы вы страдали от этих лагов из-за меня. Так, давайте закинем вот такую вот тему. А, дровосек, живи, блин, да что ж ты сдох, а, дровосек, ну ты чё, потише, куда, сколько урона, ты собака такая. Так, ну сейчас гигант, конечно, вышку снесет. Ой-ой-ой-ой, так, а как же дальше быть, как же дальше быть? Мы отдаем ему левую башню сейчас, закидываем, скорее всего, спарки, если он, конечно, не подкинет принца. Не, он принца не подкидывает, он что-то вообще делает непонятное, как по мне. Так, давайте вот сюда спарки заряжаем. Здесь сейчас скинем разряд, 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 разряд. Блин, эта бочка на... Эть, хорошо. Так, теперь, что теперь мы сделаем? Мы сделаем гиганта. Не сделаем, а выбросим гиганта. Так, а вроде уже не лагает. Так, у него есть разряд, поэтому мы не будем сливать летучих мышей. Он сейчас разрядит спарки. А, нет, он кинул просто стражи, еще и варваров. Давай, бомбани по варварам. Ебой, просто спарки, ты красава вообще от души. Но только вот, не знаю, все равно что-то все плохо. Все равно что-то все плохо. Так, давайте тыкс, спарки, чтобы колдун... А, все равно. Проиграем мы тут. Не вывезем мы эту каточку, тяжело, очень тяжело. Варвары, стражи слишком дохрена у него. Да и начало у меня не задалось, да и... Челаки, просто вас ненавижу. Весь бой лагал у меня. Блин, и как же мне 4300 теперь брать? Это если я сейчас буду брать 4300, это мне еще два поединка где-то сыграть надо, чтобы отбить кубки и взять 4300. А вам это терпеть? Не знаю, напишите в комментариях. Возможно, вам так вот смотреть видео или не мучать вас. Ладно, еще одну каточку я вывезу. А, кстати, если вот сейчас эта каточка, может быть, 29 кубков мне могут дать. А, хотя поехали, сейчас возьмем 4300. Блин, не повезло, не повезло. Ну, такое тоже бывает. Вы что же проигрывать, я думаю. Поэтому не всегда же выигрывать. Так, окей, запускаем спарки. У него начало просто зашибись было. Он кинул разряд, и все, и я не задефал. Плюс спарки сдохло. Так, 11-й хок, обратите внимание. Хокушка 11-й. Так, теперь, что мы делаем? Как бы его дровосека подкинуть или...
Или... Нет, дровосека нельзя. Все, понял, принял. Поехали. Понял, понял. Так. Принимает на себя сейчас Бэмс призрак. Блин, да что у тебя 11 рарки? Все просто 11. Так, давайте закинем шар. Скинем шар и летучих мышей. Бэмс. Так, армия скелетов, да, забирает с парки, но шарик под рейджем успевает подлететь и сейчас нанесет нехилый такой урон. Да, вышку он заберет, я уже вижу. Окей. Он будет продолжать атаку с хогом, но я не буду выбрасывать с парки на деф. Хотя можно было бы сейчас запнуть и разбойниками задефать. Ну, окей, отдаю башню, потому что я сейчас хорошую атаку построю справа. Поставим сейчас парки так, чтобы она еще немножечко на хога пошла, если, конечно... Не, она не пойдет на хога. Это долго ждать. Ладненько, значит... Ага, вот, отлично, вот так я хотел. Так, теперь мы забрасываем гига... Ага, вы не видите, как я хотел, да, залагал этот, в этот момент. Ай, блин, ух уж этот интернет, люблю тебя. Так, ой-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 
урон. Давайте летучих мышей. Так, сейчас будет двойной эликсир. Смотрите, гигант там немножечко вышку так покромсал. Ага. Не, ребят, это точно последний бой, и я завершаю этот ролик. Так, Хог, отлично. Здесь разбойники. Давайте Хога быстро уничтожаем. Да ты чё, определись, кого ты бьёшь? Зачем ты... Ой, определись, на сколько корон ты пойдёшь. То на 3, то на 1. Ой, то на 3, то на 2 он идёт короны. Вообще не разберёшься. Если он сейчас кинет принца, вы понимаете, что мне его нечем задефать? Вообще, капец. Просто смотрите, может хоть так? Да, отлично, так могу. Так могу задефать. Давайте зап. Блин, пацаны, не могу задефать, не могу. Смотрите, что происходит. Да ну нет, ну пожалуйста, да ну все. Спасибо за просмотр, я завершаю этот выпуск. Вот все просто пошло по пизде. Извините, что так получилось, но... Не знаю, не пошла катка. Ладно, до новых встреч, придите ко мне на стрим, сегодня еще будет стрим. Все, ребятки, всем пока, скоро этот аккаунт разыграю, хотя 4 шота все равно возьму. Ой, еще раз прошу прощения у вас.